Здесь я пробыла где-то около недели. Не знаю, видно ли, что он большой. Сегодня здесь такая еще ванночка. Там уже мои вещи. Сегодня, точнее, буквально через 10 минут я уезжаю в Прагу. Тоже дня на 4. Как-то я уже даже привыкла к этому отелю. Я тут что-то так уже как будто живу. Это все тот же, блядь. Just want to do a little video. Yeah. I'm in train from Budapest to Prague. You don't want? I can. Yeah. Video. I'm just for 5 minutes. It's okay. Yeah, whatever you want. And for 5 minutes, I whatever I want. You I won't do what you want. But I'm here only for 5 minutes. I go to shoot TAP now. TAP. Sorry. Bye bye everybody. I go to TAP. Okay. Тот жанр, который меня они хотели, которым они меня хотели поснимать, я пока не работаю. Вот, поэтому я еду сейчас на другую студию, на такси тоже в Праге. Здесь очень жарко, как ни странно. Мы поснимали здесь чуть-чуть такое соло. И, в общем-то, это было очень быстро. Сейчас можно уже ехать домой. Ну, в отель, конечно. Еще меня удивляет доверие некоторых людей. То есть мне оставили все ключи. Здесь нет камер, у меня не спросили ничего по паспорту, не сделали никаких копий паспорта, вот такой дворик. Просто дали мне все ключи, и отдавать я их тоже лично не буду, я просто улетаю в 4, по-моему, утра, и я просто закину в ящик ключи. Вот такой вот уровень доверия здесь. Никаких фоток. Вот такой вот у меня район приятный. Это, кстати, Буда, а не Пешт, потому что Будапешт делится на две части. Ну, я пойду на рыночек прогуляюсь, погода идеальная. Hello, I am Kai Taylor. Follow me at Kai the One Taylor. And she is. I'm just here. You're just here. For relaxing. Yeah. We play the cards. We're playing strip poker. Yes, and I win everything, yes. It's you again. Hello, pleased to meet you. Do you like big cock or small cock? I like... It depends of the dick. Why? It depends of form, of big, soft or not soft. Just, you have to move good. No, it's you. Так я расслабляюсь, красиво. Вообще не знаю, что это играет, но здесь такая очень расслабляющая музыка. Что появилось время наконец показать апартаменты. Здесь такой вход. То есть прихожая со шкафчиком. Выходим, точнее, заходим и попадаем сразу в душ. Душ, туалет, раковина. И эта неделя была такая очень активная, поэтому практически я еле нашла время, чтобы поснимать. Ну и, собственно, зал. Здесь такой телевизор, как видите, не самая последняя модель.
шкаф, книги и цветок. Рабочее место. This is my working place on 7 days. I like the headphones. The little kitchen is here. And little garden. I like it very much, this garden. It makes me feel, you know, more comfortable. This is Buda, not Pest, so I'm in a quiet place. Very nice area. I'm enjoying here a lot. Here is the every time I hear birds. And this is, I like it very much. As you see, it's almost National Geographic, my channel. So it's a little beautiful garden. Not very quiet place, yes. I think here must be like something like chia. I don't know why Zelena doesn't put it. Sun goes down. Very nice place. And very warm here actually. You hear the birds, I guess. Ну что, мы закончили сцену. Это был такой тройной фильм. Я это так называю. Фильм с тремя. То есть фильм с двумя. Я и два человека. Мы сняли. И уже скоро собираемся. What are you saying? What are we going on about? I'm fucking English. From London. But the only thing is my mum and dad are Turkish. What's up, homeboys? Oh, wait, this is my lucky thing. Do you know what that means? No. Three's the magic number. Иногда мне очень сложно реально понимать именно вот английский, лондонский. Я еще могу понять американский легко акцент. Но когда английский, иногда я вообще ничего не понимаю. И делаю просто так, да, конечно, я поняла. Ты только мне говорить. Am I a good performer? Yes. Am I a good performer? Super playboy. Bad boy. It's for YouTube, nothing nudity, please. Yeah, it's not nudity, it's just my abs. Еще, кстати, мне очень иногда меня веселит, когда приходит, например, на площадку девочка, ты думаешь, ну какая-то она немножко деревянненькая. Вы делаете фото, она действительно деревянненькая. А потом, когда... You go? Yeah. Okay, see you. See you next time. Okay, thanks. А потом, в общем, когда вы начинаете работать, оказывается, что она была не деревянненькая. И надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Сегодня очень тепло в Будапеште. Мы закончили рано, поэтому я сейчас пойду прогуляться. Вот все молчали, как только я начала снимать, все начали говорить. И меня не слышно.